Продолжаем выпуск. Наша телекомпания завершила работу над проектом, инициатором которого выступил Владимир Петрович Заманский. 95-летний народный артист РСФСР записал аудиодиск со стихами украинской поэтессы Ирины Жиленко. Прокинутися с повним домом щастя, відкрить вікно в туманний березняк, а мокрий вітер б'ється круг зап'ястя, як спіймане промерзло пташеня. Це вже весна, і протяги хмільні, похмурого заплаканого талу, зашарпали халатик на мені, і в рукава насипали фіалок. Записанный на украинском языке альбом Владимир Заманский планирует подарить как своим друзьям и знакомым в России, так и передать родственникам поэтессы на Украину. Совместная работа с таким замечательным актером для нас это очень важное, ответственное дело. И нам очень радостно, что мы смогли помочь Владимиру Петровичу записать этот диск, реализовать его творческий замысел. Мы где-то в общей сложности работали 7 дней. Сделали около 100 дублей, и в итоговый диск вошли 18 стихотворений украинской поэтессы с общим звучанием 38 минут. Надо сказать, что Владимир Петрович читает стихи очень душевно, проникновенно, иногда аж дашь слез. Ну и это будет, конечно, хороший подарок всем поклонникам актера и всем любителям поэзии.